Итак, добрый день. Сегодня у нас видео обзор такой, не обзор, а измерение кабеля у нас будет проходить. Это измерение потерь кабеля. Мы имеем кабель Hensing, фидер Hensing 1/2. Маркировка видно, не видно, Hensing 1/2. Это бухта заводская, длина 200 метров. Мы будем мерить затухание на частотах, ну, стандартные наши ходовые частоты 900, 1800, 200 и, наверное, 2600. Вот в этом диапазоне мы померяем затухание на этом кабеле на 200 метрах. Потом мы это все приложим табличку, мы расскажем. Вы потом, если нужно, будет ссылочка. Посмотрите. Кому интересно, пожалуйста, видео для вас. Итак, кабель. Прибор у нас Sitemaster Anritsu S331L. Это прибор для измерения антенно-фидерных устройств. У нас кабель, антенны. Сейчас он у нас загрузится. Вот у нас загрузился первое включение. У нас он долго лежал. Что мы должны сделать? Первым делом мы будем измерять у нас... Сейчас первая загрузка. Потери в кабеле. Да, потери в кабеле. Устанавливаем частотный диапазон. Будет у нас... Он предупреждает, что нужно будет калибровку сделать. 800 МГц старт. И финиш у нас будет 2700. Прибор меряет, кстати, от 25 до 4 ГГц. От 25 МГц до 4 ГГц. Так, итак, мы выставили 800-2700. Прибор, предупреждающая калибровка не выполнена. Проводим калибровочку. У нас есть вот такой вот кабель, синхронизированный по фазе, специальный измерительный кабель. Мы его подключаем. Прибору порт выхода RF Outport. Так, и выполняем калибровку. Так как мы будем кабель подключать к нашему гибкому кабелю, поэтому будем выполнять калибровку на конце измерительного кабеля. У нас в приборе уже встроенный калибратор, модуль калибровки, поэтому мы подключаем обратный конец на прибор. Так, хорошо, плотно сажали. Переходим на калибровочку. У нас есть начать калибровку. Так, Instacal выбираем. OSL метод более точный, это метод рекомендуем, это для точных замеров. Есть вот такой вот калибровочный набор. Open, Shot и Load, нагрузка. Короткозамкнутая, открытая и нагрузка. Ну, мы сейчас не будем тратить время. У нас измерение будем с помощью, выбираем Instacal. Стандарт Flex. Стандарт Flex — это при изменении частоты не будет сбиваться калибровка, а пусть будет стандарт. Так, ну, измерение. Вот сейчас проходит он измерение. Видно, вот идет вычисление. Shot, Load, Port 1. Так, калибровка завершена. О чем свидетельствует надпись Calibration, Calibration On. Итак, мы выбрали, да, все правильно. Что дальше? Мы отключаем наш второй конец кабеля от прибора и подключаем наш кабель бухта фидера. Вы видите, бухта фидера Hensing. Подключаем. На конце мы ставим Shot, короткая. Так, единственное, что нам понадобится — адаптер. Так, вот подключаем вот этот коротко наконец. Бухта, напоминаю, 200 метров кабеля. Так, 800-2700, маркеры ставим, первый маркер ставим на 900, мы говорили, правильно, 900,
Так, маркер второй ставим на, так, на 1800. Третий маркер ставим у нас на 200. И четвертый маркер ставим у нас на 2600. Так, итак, мы видим, 4 маркера у нас выставлены. Первый 900, второй 1800, третий 200 и четвертый 2600. И вот вы в DBM видим единицы затухания конкретно измеченного нашего кабеля. Фидер 1-2, бухта 200 метров. Функция кабель лосс, потери в кабеле, позволяет нам измерить энергию, поглощенную или потерянную в линии передачи в кабеле в децибелах на метр. Различные линии передачи имеют различные величины потерь и зависят от частоты и расстояния. Чем выше частота или больше расстояние, тем больше величина потерь. Конкретно. Итак, вот наши измерения проведенные. 4 маркера 900, 1800, 200, 2600. На частоте 900 МГц имеем потери 13,4, 13,44. Давайте зафиксируем. На частоте 900 13,4 дБ. На 200 метрах, не забываем насчет два разъема и переходничок, бочка. То без учетом потерь на коннекторах и в кабеле мы имеем на 200 метрах на частоте 900 МГц 13,4 дБ, на частоте 1800, это у нас GSM 1800, LTE 1800, 14,99 дБ, на 200 у нас сейчас 3G запущено в Украине в этом диапазоне, у нас 15,81 дБ, и на, так, маркер 4, 2600, это LTE 2600, у нас 4G, 16,94. Вот такой вот обзор, такие измерения. Подписывайтесь, ставьте лайки, будет интересно.